Юля, здравствуйте, господа и дамы, с вами Севен, мы продолжаем проходить такую замечательную игру, как Final Fantasy 4 версия для PSP. И, кстати, в предыдущей серии, я, по-моему, забыла сказать об этом. В общем, ладно, неважно. А мы продолжаем пробираться вверх в башню Зота, чтобы, в общем-то, добраться до... А добро пожаловать в башню Зот. Ну, чарм, зачарованный, я уверена. Волшебно, что-то вроде того. А, добро пожаловать, мы сестры Магус, ну или магические сестры, пускай будет так. А, мы служим Барбарисы, ну или Барбарису, Лорду Ветра. Минди. Сэнди. Синди. Мы... В общем-то, боимся, твое приключение здесь закончится. Мы заберем твой кристалл. Так что скажи goodbye своей Розе. А, в общем... Дельта-атака. Ну, короче, вперед, махач. Так, насколько я помню, с этими бабищами нужно по-умному драться. Нужно сперва жирный валить. Потом все остальное. Она то ли лечит, то ли еще что-то. Так, близко тебе как нормально. Ух ты, как хорошо вошло. Значит, она льда боится, да? Либо льда, либо молнии. Сейчас проверим как раз. Скорее всего, льда. О, все. Слушайте, а я помню, когда я в Final Fantasy оригинальной играла. Ой, как больно-то, господи. Ой, прям обоссаться. А, я помню, когда я в оригинальную финалочку играла, они мне доставили немало, на самом деле, проблем. Потому что я сюда пришла не очень прокачана. Ну, в первый раз всегда лажаешь. А сейчас, смотрите, вообще, ну, мы, конечно, прокачались на несколько, скажем так, сюжетных ходов вперед, чтобы облегчить себе жизнь. Но как-то это совсем просто. Вообще ништяк. 9000 гил, 2, ну, почти 2000 опыта. Вообще, как два пальца оба... Не может быть. Наша дельта-атака провалилась? Нет! Обоссаться просто. 2 минуты, блин. Точнее, 3 минуты от начала прохождения мы завалили босса. Почему? О, Каин, 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 Каин. А, добро пожаловать. Эй, голубец! Мать, как где Роза? Первый кристалл. А ей бы... Лучше бы ей быть в порядке. Ну, в общем-то... А, руки вверх, блин. Короче, в кристалл давайте, в общем-то, нам. Или она умрет. На, возьми, чтоб тебя. Кристалл земли отдан. Так, где Роза? Роза? Не понимаю, о ком ты говоришь? Ну что это такое? Чё? Ах ты... Вот это не... Вот именно, опять какой-то сленг пошел. Короче, ах ты козел вонючий. Верни ее сейчас же. Вот это я не очень понимаю. Короче... Ты чё, не понимаешь вообще, с кем ты имеешь дело? Как мы могли забыть, что это монстр, который убил мою дочь? В общем-то, месть будет моей... Ну, будет, в общем-то, моей. Ну, я исполню свою месть. Или что-то такое. Ух ты, какой. Тела, конечно, рядышком выглядит. Немножечко странненько. Херагой. Ну, он сейчас метеор, скорее всего. Он же метеор как раз для голубеза учил. Сейчас смешно, да? Какое слабенькое заклинашечки, в общем-то, не успеваю читать. Хреновасть. Давай, метеор, Телла. Ты сможешь, мы верим в тебя. Ну, блин. Я должен скастовать метеор. Нет! Это уничтожит тебя. У меня нет выбора. В общем-то, это моя
последняя возможность. Ну, не совсем то он сказал, конечно. Слабость — это моя сила. В общем-то, он сказал. Ой, метеор. Ух, заставочки. Ух, офигеть. Графони, ребята. Невозможно! Пока ты стрел вдуплял, на тебя упал метеор. Каин отключился. Тела тоже. Как он смог выучить метеор? Тела! Упс. Это не важно. Кристалл мой, Каин. Каин? Каин в отключке. А, значит, метеор сломал мое заклинание, наложенное на него. Ну, пусть будет так. Он, в общем-то, не мог больше служить, ну, никаким, в общем-то, моим целям и так далее. Ах, запомни мои слова, когда-нибудь я уничтожу тебя. Но он еще и не сдох после этого. Не думаю, что сможешь сбежать так легко. Полнейший идиот. Что это говорит-то? Почему ты не прикончишь меня? Кекил, не подсказывай ему. Главные герои обычно слишком тупые для того, чтобы убить тех, кто набирает силы, может, что их уничтожит, когда они еще слабые. Поэтому не подсказывай ему. Ты... Что происходит? Мы оставим это на следующую нашу встречу. Я ушел, больно. Что-то с ним случилось. Что-то его приплющило. Сесил, ты в порядке? А, ну да, в общем-то, метеор, видимо, ослабил его. Что насчет Теллы? Я проиграл. Да не ссы, вообще все хорошо будет. Я такой дурак. Я потерял контроль над собой. Ну, там контроля нет, но потерял себя в моей ненависти. Желаю отомстить за мою дочь. В общем-то, я умоляю тебя. Тела? Поднимайся ты, старый козел. Тела? А, я надеюсь... зуб даю. Твоя дочь может гордиться тобой. Ты все сделал хорошо. Тела умер. Метеор действительно убил его. Тела, Анна, я клянусь своей жизнью. Мы отомстим за вас. Ну, а тем временем... Каин! Теллу, пипец, жалко, я рыдала, на самом деле, когда первый раз проходила. Сесил, я... Прости, что я наделал? Не вини себя, ты не мог контролировать свои действия. Но часть меня... Часть меня внутри... была в порядке. В какой-то степени... Я просто стоял и смотрел. А где Роза? За этими дверьми. Мы должны спешить. Ну да, тут даже голубезь еще ушел. Сесил! Ага, успела. Холосо. Роза, я знала, что ты придешь. Каин отвернулся. Я не знаю, целуются они там или нет, но обнимаются точно. Я так по тебе скучал. И я представлял, я... Сесил. Ты представлял что? Будь мужиком! Скажи это, выпусти из себя, в общем.
Кайн? Он, в общем-то, ну, вернулся. Теперь он с нами. Теллен Метеор сломал голбезовское заклинание. Прости меня, Роза. Это правда, что я был под контролем, но я также... Роза, я хотела сохранить... Я хотел, чтобы ты была со мной любой ценой. Каин. Давай сражаться вместе, Каин. После того, что я сделал, слишком поздно. Да ладно, не ссы. Эй! Короче, давайте потом будем предаваться драматическим моментам. Мы должны, в общем-то... Скрам, не знаю что. Короче, надо убираться отсюда. Надо валить. Пойдем, Каин. Нам нужна твоя, в общем-то, помощь больше, чем когда-либо. Сесил Роза. Спасибо вам. Белый маг Лоза и Драгон Каин присоединились к партии. За 11 минут столько драматических моментов, что... кажется, мастер Голбез, в общем-то... Чем? Не очень понимаю. Короче, хз, что-то он сделал с нами. Не пощадил. Короче, не важно. Это лорд ветра. Барбариска, короче. Ты разочаровал меня, Каин. В общем-то, возвращайся в уютную тюрьму своей старой жизни, ну и прежней жизни. Упусти, в общем-то, потеряй все свои силы. Ну, что это такое? Я просто вернул мои чувства себе. Что это такое? Меня тошнит от, в общем-то, быть на одной стороне с таким животным, как ты. Ты маленький вонючий ублюдок, пускай будет так. Я, в общем-то, буду наслаждаться, пока я буду убивать вас всех вообще. Ну, там немножечко по-другому было, но чуть-чуть вольного перевода, повторюсь, не помешает. С этим старым пердуном и его метеором, ну, точнее, когда старый козел и его метеор ушли, в общем-то, у вас нет шанса вообще. Ни одного, ни единого просто. Ну, давай посмотрим. Будет ли у нас шанс... Ну, он босс. Бабища, кстати, Барбариска, на самом деле, такая неприятненькая босяка. Но, опять же, если не качаться, потому что видите, как на нее все не очень так действует. Так, я... Где моя шелл? Вот моя шелл. Хочу шелл. Как оно сразу... Блин, ну вот что такое... так, джампинг, давай. Так, беломагия. Господи. Вот, неприятно, бабища, я не помню, если честно, как его валить. Так. Я что-то все жду, пока будет магия. Забыла, что у нас стрелы больше нет. Так, давайте. Надо... Ладно, у нас не было возможности. Хотела сказать, потому что надо было Розе экипировать что-нибудь полезное. Видите, Янг лучше всего такой, потому что у него эти когти молнии, она все-таки ветряная бабища. На нее хорошо действует молния. Ну, в принципе, я не думаю, что у нас... Что, Розу кулаками бьет? Замечательно. Давай наложим на тебя защитку, то, что у нас самый мощный в данном случае. В принципе, мы ее можем зашитать и обычными атаками физическими. Мы достаточно для этого прокачались, так-то у нас были бы иначе проблемы. Так, лассо. Давай, мочи. Ну и все. Ну, это опять же все упирается в прокачку, ребят.
То есть, если вы хотите этот момент пройти так же легко, как это получилось сейчас у меня, вот, чтобы у вас было вот столько же жизик. 1800 опыта. Это не конец. Последний элементальный товарищ, в общем-то, все еще жив, здоров, и он придет вас карать, мать вашу. В общем-то, опять это слово regard. Как бы так адаптировать? Ну, regard — это уважение, что-то вроде того. Короче, вы, сволочь, вы никогда не будете отсюда живыми. Я сейчас не соображу просто. Так. Мама, башня падает. Она рушится, мать ее. А, черт. А, этот ублюдок. Держись за меня. Ну, или следуй за мной, я так понимаю, да? Нет, держись за меня, да, потому что холод держать. Ну, короче, ладно. Телеперт! Ну да, белые маги в этой игре умеют телепортироваться, только непонятно, почему сюда. Это... Да, это комната, твоя комната в Вороне. Хотела, так сказать, и Роза то же самое говорит, офигеть. Ну, теперь, в общем-то, мы позаботимся о фальшивом короле и больше не о чем будет волноваться. Кекил, есть еще кое-что, что я должен тебе сказать. Что такое? Это насчет кристаллов. Ну, мы потеряли тройский кристалл земли с Галбезом. Что означает, что у него теперь есть все кристаллы. Ну, не совсем так, в общем-то. У него есть только 4. Что ты знаешь? Ты имеешь в виду, есть больше? Ну, конечно же, это же легендарная, в общем-то. Ой, это же легенда, в конце-то концов. Да, черный кристалл. Ну, или темный кристалл. 4 кристалла этого мира называются кристаллами света. Ну, в общем-то, это значит, что должны быть и... В общем-то... их противоположные стороны. Темные кристаллы. Именно. Как ты видишь, в общем-то, у него есть только половина всех кристаллов. Ну, теперь мы знаем, что они существуют, но как мы сможем, в общем-то, их найти? Они лежат глубоко, в общем-то, под землей этой, ну, глубоко под поверхностью Земли, планеты и, в общем-то, в подземельях. Ну, или в подземном мире. Или в другом мире. А подземный мир? Ты уверен насчет этого? Ну, это то, что я слышала от Галбеза, в общем-то. Он также говорил, что когда все кристаллы будут собраны, путь Луны откроется. Путь Луны? Я не уверен, на самом деле, ну, в общем-то, что это такое. Но это ключ, чтобы открыть это. Ну, то есть вот этот лунный путь. Вот, держи. Короче, камень магмы. Ну, obtain это мне уже написали, потому что это мытарство, ну или тяжелое испытание. Ну или получается магматический камень тяжелых испытаний, что-то такое. Это камень, это ключ. Ну, он. Это может быть использовано где-то. Я уверен, что. Я уверен, это откроет, в общем-то, путь в подземелье, ну, в подземный мир. Ну где, мать твою? Ну, по-моему, название намекает. Нет? А, нет, стойте, я ошиблась. Я перепутала Obtained с Orb. Гора Orb, помните, у нас была все. Пардоните, путаю. Короче, я не знаю, что такое Obtained. Я не помню. Ладно, ошиблась, неважно. Да, мы должны где-то это использовать. Где мы должны, точнее, это даже использовать? Если бы я знал, блин. А!
да не ссыте, все будет нормально. Мы просто полетаем по кругу, по миру, в общем-то, на Энтерпрайзе, и тогда найдем это где-нибудь. Сид, конечно, вообще ржет. Но мы потеряли корабль, в общем-то, поблизости, ну, короче, рядом с башней Зота. Ха! А моя детка, в общем-то, экипирована автопилотом. Она вернется, в общем-то, совсем скоро. Сид, что бы мы сделали? Что бы мы делали без тебя вообще? Да. Ладненько, мы, в общем-то, отдохнем. Ну, давайте разойдемся до завтрашнего утра. Давайте отдохнем, в общем-то, от наших приключений и, в общем-то, перед нашим. Ну, ладно, не от наших, перед нашим приключением в подземный мир. Но я до сих пор не понимаю, почему Голбес не прикончил меня там, в башне. Кекил? А, ну, я просто так думаю вслух. Пойдемте, нам нужно отдохнуть. А, все готово, все ништяк. Кстати, вот интересно, вот так на моей памяти, по факту, Final Fantasy 4, это единственное, по-моему, ну, я просто больше... А, хотя нет, не единственное, вру, не единственное. В общем, просто еще финалки в 13-й такая есть. Хрень. Ну и в 12-й тоже так очень-очень отстранен. Короче, Final Fantasy 4 одна из тех редких игр, финалок в смысле, в которой какой-то из членов партии уже изначально имеет какие-то отношения романтические с кем-то. Обычно это происходит в процессе, а тут прям вот изначально. То есть такая же фигня была с Сэрой и Сноу в Final Fantasy 13. И в принципе, об этом пусть так уж явно не говорилось, но... Все же понимают, да? Final Fantasy 12 между Балтьером и Фран. Так, где мой корабль, который должен мега прилететь? Где он? Нету его. Пойдемте гулять по замку. А, нам же нужно к королю сходить, господи, а я совсем забыла об этом. Нужно его... Слушайте, что, вы можете мне открыть двери, что ли, нормально? Так, сохраняшечку тогда. Мы же отдохнули, да? Да, все, нормально. А, товарищ король, полом-паром, смотрите. Так, слушайте, подожди. Я могу их как-то вылечить? Так, это чё? Малет она по мини... Где моя нидл? Где моя игла? Где она? Вот она. А, в общем, да, неэффективно, потому что близнецы превратились в камень по своей собственной воле. Печаль. Они прям стоят прям тут, прям давят постоянно на психику. Где король, блин? Спрашиваю. Никогда еще монстры не правили этим замком. То же самое. А че они все такие близнецовые? А где король? Сударе. Мы же вроде... Не, мы... стоп, подождите. Мы его завалили уже, помните? Он был водным монстром. Мы его завалили. Тогда вопрос, где настоящий Тарас? Во-вторых... наверное, его убили, конечно. Почему тогда Сид говорил то, что нужно разобраться с королем, и все типа будет нормально? Или я просто неправильно перевела? Скорее всего, тогда. Потому что я не очень понимаю. Я только сейчас вспомнила, что с королем-то мы разобрались уже. Так, здесь что-нибудь отреспаунилось, нет? Да что вас? Подожди. Я не помню просто. Нет, ну не надо. Где мой корабль? А, босс, вы живы, мать ваша. Босс, это ты? Что ты здесь делаешь? Мне лучше вернуться на работу. Факт. Теперь здесь открыто, кстати. Здесь раньше было закрыто. Так, гермесовские сандалики. Так, опять это вино дебильное. Это, господи. Опять сандали эти. Хейст, оно уже ускорение накладывает. Так, не, я пока туда не пойду, это как-то слишком. Блин, obtain, что-то знакомое слово, никак не могу вспомнить. Опять это винище. Не помню, вот
Помню, что переводила, помню, что читала, но... Не помню. Кто здесь уже поковырялся-то, блин, в сундуках? Чё всё открыто-то практически-то, а? Чё, блин, ну почему я каждый раз так много нажимаю, пропускаю, чё подняла? Ой, ладно, не важно. Так, вот сюда, я так подозреваю, нам надо. Мы сейчас доберемся до куда-нибудь. Сысь. Ваше высочество... величество? Вентура. Короче, не знаю, как она переводится. Что-то там на фей-маршах, ну, на вот этих, на фейских каких-то болотах, что-то такое. Прежде чем ты вернешься. Прежде чем ты вернешься, тогда я тебе помогу. А, может быть, побывай на вот этих фей-маршах, прежде чем... да, ваше высочество. Или я не очень что-то въехала, честно. Так, фей-марши? А где это? А чтоб я помнила. Подожди, да еще раз. Нет? А что это было вообще сейчас? Ой, если бы я помнила вообще хоть что-то из этой четвертой финалочки, было бы немножко попрёще. Конечно. Ну да ладно. Пойдемте туда сходим еще разок. Посмотрим, что там. Сейчас все обойдем, чтобы уж точно, так сказать. Так, а куда эти пленные-то делись вообще? Я надеюсь, мы больше никогда не будем сажать в тюрьму людей. Ну-ну. Чувак, ты по мне ту работу выбрал. Аще. Так, ну это в комнату. Ну, подожди. А любят они в эти стеночки втыкать. Так, что-нибудь новенькое? Капитан? Я не узнаю вас, японские городовые. Я рад снова видеть вас, капитан. А, ты единственный, кто, в общем-то, смог пойти против короля. Это Филан. Фил? Не помню, что такое Фил. А, если бы у вас только был воздушный корабль. Ну, так-то да. Голубец. Он, в общем-то, забрал корабли красных крыльев. И тогда красные крылья... А, и красных крыльев, в общем-то, вместе с ними. Что-то такое. Вот, кстати, да, вот вопрос. А где все остальные корабли? Голубец был в башне Зод, правильно? А... Он же там отвалился, он не смог бы, я думаю, в бароне щита вернуться, успеть забрать все корабли и сдриснуть. Соответственно, он сейчас в жопе. А мы должны быть в шоколаде. Но что-то как-то получается не так. Где мой корабль? Подожди, он говорил Феймарш, я так понимаю, пустынька, да? Может и нет. Ну, блин, ну... Ну, дезерт — это пустыня, как бы. Немножечко не, мало, не похоже, потому что... Я тоже не знаю, где... Кстати, чё кубики? Здесь есть черный чё кубик? Нету. Стоям бы. Давайте на чё кубе полетаем. Давай. Может, нам куда-то сдриснуть надо? Блин, вот... Фея — это вообще феи, блин. А Марч — это болото или что-то такое? Если оно опять же так же пишется, потому что я не помню. Короче, ух ты! Ух, ты можешь по водичке ходить, кто же знал-то? Слушайте, но у нас как бы выбор-то невелик. Чтоб я знала вообще. Может, к Мисте сходить? Я, правда, не знаю, что мы там будем делать. Не уверена вообще, что нам туда надо. Не-не, нам вряд ли туда. Это как-то... Блин.
Короче, ладно, давайте тогда здесь остановимся. Я краем глаза посмотрю, куда нам идти, потому что что-то я не соображаю. Я переведу хотя бы вот этот феймарч, чтобы понять вообще, что это такое, потому что уже второй раз попадается, я не могу сообразить, что это. При этом переводила, там какая-то крокозябра вышла, в итоге я ничего не поняла. Короче, неважно. Надеюсь, что эта серия вам понравилась. За эти 30 минут вообще очень много всего произошло, и прям было очень-очень круто. Единственное, что печально, мы потеряли Теллу. Конечно, жалко старика, вообще прям печаль. Вообще, я хочу заметить то, что Final Fantasy 4 самая... в этом плане коварная. На моем памяти ни в одной финалке столько персонажей не передохло, как в этой части. Это такой намек вам, чтобы вы морально готовились. Вид. Ну, хотя нет, на самом деле... Не, я на самом деле вру, но как-то здесь грустняво. Все, потому что... Не, как сказать... Умирает много персонажей, но как бы не все из них из партии. Кто-то просто неписи. Вот там Анна, например, та же самая, да? Ну, как-то прям с самого начала все так все умирают, как-то грустно. Вот, и на моей памяти финалка четвертая именно так застолбилась в первых просто рядах, как самая такая смертоносная для персонажей. В общем, неважно. Надеюсь, опять же, что эта серия вам понравилась. Увидимся в следующей, там уже разберемся, что как. И, в общем-то, вы знаете, что делать? С вами была Севен. Всем удачи и пока-пока.